Одним из наиболее прибыльных направлений сельского хозяйства является животноводство и овцеводство в частности. Это связано с несколькими факторами. Овцы неприхотливы, им не нужны особые условия, их разведение нетрудоемкое. У этих животных низкий падеж, овцы – животные пастбищные, и с кормами проблем не будет. Начинать можно с небольшого поголовья. Стимулируют развитие крестьянских хозяйств и крупных ферм возрастающее поголовье, овечий сыр и шерсть. Большим спросом пользуется баранина. Недостатком является низкая рентабельность, но она зависит от опыта животноводов и размеров хозяйства. Рентабельность может достигать 30% при благоприятных условиях. Начинать бизнес следует с составления бизнес-плана. Создание овцеводческой фермы заключается в аренде или приобретении земли, сотни овец, найме чабана и работников, приобретении кормов. Для содержания овец потребуется пастбище. Причем для овцы с потомством в год необходим гектар пастбища, и арендуемая площадь зависит от поголовья стада. Но на одной траве откормить овец до нужного веса невозможно. Для подкормки придется приобретать зерно, что увеличит расходы на содержание, которое также включает ветеринарное обслуживание и санитарное мероприятие при стойловом содержании. Для такого содержания подойдут деревянные загоны. Можно арендовать или купить заброшенную ферму, сэкономив на возведении загонов и бытовок. Овцы приспособлены к низким температурам, поэтому система отопления не потребуется. При аномальных морозах можно поставить печку-буржуйку. На территории фермы также нужен дом для чабана. Овец желательно покупать в сертифицированных хозяйствах, что позволит избежать убытков. Для повышения поголовья овец рекомендуется приобретать их в различных хозяйствах. Численность поголовья зависит от финансовых возможностей. Если есть опыт и достаточно средств, для покупки племенных овец и аренды земли можно закупить 1000 овец. Овцеводство не является сезонным бизнесом, но отдельные предприниматели занимаются откормом ягнят с дальнейшей перепродажей. Откармливают их до 65 килограммов и получают прибыль после продажи. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.